Всем огромнейший привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, кулинарный влог. И хочу сказать одно, что-то на меня не похожее, то ничего нету, нету, нету. А тут что-то Игоря прорвало, и прям что-то захотелось готовить. Не знаю, уже скоро зима заканчивается, Игоря только стукнуло. Так что, ну давайте приступим. Что же все-таки я буду готовить? Так, это у меня будет чахохбили из курицы. Думаю, всем знакомое блюдо. Конечно же, если готовить настоящие чахохбили, оно не готовится из курицы, но у меня будет из курицы. Так что давайте приступим. Что же для этого нам нужно? Первое, что, конечно же, нам нужна одна курица. Любая, которая у вас есть. И тут уже не зависит, сколько граммов. Главное, что одна курица. Вот. Также нам нужна зелень. Зелень может быть разная, которую вы любите. Я люблю укроп, то у меня укроп. Если вы еще любите петрушку, то тогда еще можно укроп с петрушкой. Это уже на любителя. Три лука, два сладких перца. Также перцы могут быть как желтые, как красные, какие вы хотите. Я просто хотел красные перцы приобрести, но, к сожалению, разобрали красных перцев, остались только желтые, то пришлось взять мне желтые перцы, но они тоже очень вкусные. И также нужно нам три помидора, также соль и перец. Это все будет, конечно же, по вкусу. И что же я в первую очередь буду делать? Это, конечно же, разделю я курицу. Курицу мы разделяем по кусочкам. Ну, и как сказать по кусочкам? Можно сказать по порционным кускам, да? Как обычно мы распределяем курицу, да, на какие куски. Кто как любит, так и распределяет. Так что давайте приступим. Будем сейчас мучить курицу. Так, я надеюсь, видно курицу. Вот, и будем разбирать. Также, что я хочу сказать. Если в курице есть вот такие вот желтая кожица, да, вот эту желтую кожицу нужно убирать обязательно. Потому что это нам не нужно. Сейчас мы это все уберем. И также, когда при нарезке, да, будем сейчас разбирать курицу, нам нужно, понятно, что здесь курица идет вот с такими вот волосками, да. Это, конечно же, не ахти. Этого, конечно же, нельзя, чтобы были вот эти волоски. Так что мы будем еще плюс курицу, ну, как сказать, буду возле огня, включу газ и немножко, конечно же, ее пошмалю, чтобы именно все вот эти волоски, вот это все убрать, чтобы у нас курица была вся чистенькая и нигде ничего у нас не было лишнего перечка или даже какой-то волосинки. И главное, в первую очередь, нужно вот это убрать, потому что если попадет на костер, потом очень тяжело будет убрать вот эти ножки, которые шкурка вот эта не обирается. Потому что когда в домашняя курица, то, конечно, мы все делаем так, чтобы это все убрать, и никаких излишков здесь не было. А когда вот купленная, то понятное дело, что это все автомат. Раз, два, барабанили, обскубли, как могли, и все запечатали. Так что все, сейчас обшмалю и будем разбирать курицу. Так, обшмалил я курицу и будем разрезать. Ну, я думаю, все знаете как. Вот, кстати, очень удобно это все делать ножницами, потому что домашнюю курицу, конечно же, так не сделаешь. А вот именно купленную очень легко и просто. Вот, все разрежет, как полагается. Вот. Так что у нас прям тут система ниппель. И остальное вот. И сейчас мы это все разломаем. Так что также еще плюс серединку мы разобрали. Теперь сейчас еще ее помою. Вот, также еще плюс, и так я помыл, также если вот есть
Попа, да. И вот эта штучка, вот эта, вот возле попы, да, такой вот именно хвостик. Также вот эта штучка обрезается обязательно, потому что здесь находятся яйца. Ну, я думаю, это не новость, все это прекрасно знают, что здесь в середине яйца, сейчас я вам даже покажу эти яйца. Видите, они желтые. Так что это тоже все должно обрезаться. Ни в коем случае нельзя это кушать. Вот. Так что это все мы хорошо именно обрежем. Чтобы ни одного кусочка не оставить яйца. Вот даже видно, да, что он такие прям желтые-желтые. Вот. Вот оно. И также, и это не зависит, это петух или это курица. У всех вот есть такая вот штучка. Вот. Так, теперь еще раз помою. И уже точно все разбираю. И приступаем. Так, ножницы пока мне не нужны. Сейчас я сразу крыла пообрезаю. Короче, вся курица у нас идет на тушение. Ничего не выбрасываем, ничего не оставляем на суповый набор. Но опять же, это как вы хотите. Тут только знаете, что выбрасываю я? Именно вот саму вот эту штучку, именно с крыла, вот эта вот штучка. Я ее просто-напросто вот так достаю, вот так немножко обрежу. Вот. И вот эту штучку я выбрасываю, а это вот я оставляю. Потому что ее не надо. Я также ее также всегда обрезаю или запекаю, или потому что когда запекаешь, это все горит, понятное дело. Вот, а так оно хоть гореть не будет. И плюс также его все равно же мы кушать не будем. И так же, как и в супы, куда вот именно вот такое получается крыло. Без той штучки. Вот, и начинаем. Сейчас мы все обрежем. Ну, вы поняли, короче. Дальше, как всегда, все мы распределяем. Ну, и ножки. Вот. Вот. В домашней, конечно, так быстренько не сделаешь. Там косточки более жестче, чем здесь. Вот. И также вот эту часть, конечно, я уже показывать не буду, потому что сейчас я немножко это все вот прорублю сокирой, вот, топором, чтобы было это намного попроще, потому что ножом будет очень долго. Так, разобрал я курицу вот на такие вот кусочки, ну, порционные куски, вот так. Короче, все в разобранном виде. Теперь что я делаю? Теперь курицу я солю, и опять же, солим мы по вкусу. Ну, у меня, допустим, чайная ложечка, вот, вот так обсыпаем, и достаточно. И также добавляем перец черный, также по вкусу. Боже, одной рукой, конечно, неудобно. Вот, ну сейчас добавлю. И хорошо вот это все мы перемешиваем, чтобы именно соль, чтобы все именно и перец, каждый кусочек мяса, чтобы распределить. Вот в каком-то варианте.
Конечно, очень вкусные блюда. А кто вообще любит курицу особенно, то, конечно, будет вам идти на ура. И также, во-первых, что не только для себя, также спокойно можно это делать для гостей. Вот. Так что все хорошо я перемешал до однородности. Да, именно что уже все в перчике, в соли. И это я все оставляю. Для чего? Чтобы немножко оно именно так вот промариновалось. Ну, сейчас поставлю я сковородку и на разогрев. Вот, налью туда и масло. И чтобы тоже масло разогрелось. И потом будем курицу обжаривать до румяной корочки. Так, пока сковородка разогревается, нарезаем лук. Лук нарезаем колечками. Так, и обжариваем мясо. Так, нарезал я лук. И теперь приступаем к перцу. И перец также очищаем от плодоножки, от семечек. И нарезаем также кольцами. Вот такой вот вариант. И нарезаем колечками. Вот такой вот вариант нарезки перца. Вот, переверну на вторую сторону. Нарезал я перец. И теперь приступаем к помидорам. Помидоры мы нарезаем полукольцами. Так, нарезал помидоры, а теперь еще нарежу пучок укропа. Укроп нарезаем мелко. И нарезали укроп. Так, вот я обжарил курицу. Курица уже обжарена. И теперь что же я буду делать? Беру я емкость, это я беру кастрюлю. И что же я делаю? Первое, что первый слой идет у нас половина помидор. Так что половину помидор засыпаем в кастрюлю. Так, первый слой помидоры. Второй слой и также половина лука. Третий слой перец. Также половина. Так, и теперь это все немножко на глаз, ну, на вкус, для на любителя. Подсаливаем немножко и поперчиваем немножко. Так, посолил, поперчил. Все идет по вкусу. Вот, как вы любите. Я много не солил, не перчил, потому что мясо также посоленное, поперченное. Вот, чтобы тоже не пересолить. И последний слой добавляем мы зелень. И сверху ложим мясо. Все, и которое у нас есть, всю курицу, которую мы обжаривали, все ложим на эту подушку. Так, выложили курицу. И теперь, как мы делали на дне, да, так и мы продолжаем остатки, которые остались. Помидор, лука, перца и зелени. Так что, если вы помните, первый слой был помидор. Так что ложим на курицу помидоры. Теперь лук. И опять же, немножечко присаливаем и приперчиваем. Но только чуть-чуть, не переусердствовать. Вот такая вот получилась красота. И теперь еще плюс заливаем кипятком. И кипятка добавляем где-то меньше половины воды, чтобы было. И ставим на плиту и тушиться. Так, добавил кипятка. Теперь накрываю крышкой и ставим на маленький огонь. Сначала большой огонь, чтобы закипело. Когда все закипит, потом мы делаем маленький огонь и тушим 30-40 минут. Ну, вы понимаете прекрасно, если это магазинная курица, то достаточно 30-35 минут. Если это домашняя курица, то можно от 40 до часу тушить на маленьком огне. И давайте приступим.
Вот и прошло 35 минут, потому что я же вам говорил 30-40 минут. Зависит, какое куриное мясо, магазинное или домашнее, потому что домашнее около часа готовить, если не больше. Зависит, конечно же, курица молодая или старая. Вот, так что такая вот получилась вкусняшка. Вот такое вот чахохбили. Вот, я надеюсь, вам понравился такой рецепт. Действительно очень вкусный, сытный. И как раз ничего такого нету. Даже те, кто сидит на диете или кто боится, чтобы не поправиться, как раз такое блюдо подойдет в самый-самый раз. Потому что здесь, кроме курицы и овощей, больше ничего нет. Так что все, мои хорошие. Надеюсь, понравился вам такой кулинарный влог. Вот, и до новых встреч, и также приятного аппетита. Целую, люблю, ваш Игорь. Пока-пока.